Sabahınız xeyirli olsun, hörmət edici tamaşaçıları. ASTV xəbərin növbəti buraxılışına baxırsınız. Avqustun 23-də Daşkənddə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin hər iki ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Уважаемые участники встречи, просим вашего внимания на экран. Узбекистан и Азербайджан. Многовековая история отношений, схожие обычаи, традиции и язык, общность культуры и религии. Еще караванами Великого Шелкового Пути азербайджанские города поддерживали торговые и экономические, культурные связи с регионом Центральной Азии. Летопись истории взаимных связей двух народов создала прочный фундамент для развития многогранного стратегического партнерства в наши дни. Новая веха развития отношений началась в 2017-м. За этот период достигнуты прорывные договоренности, укрепились взаимопонимание и стремление развивать взаимодействие. Важнейшим приоритетом сегодня является наращивание товарооборота и промышленной кооперации. Сегодня в Узбекистане успешно действуют 236 предприятий с участием азербайджанского капитала. Азербайджанские инвестиции увеличиваются в среднем на 40% ежегодно. Узбекские инвестиции в Азербайджан представляют собой передовой опыт в развитии кластерной системы в аграрном секторе, производстве бытовой техники и строительных материалов. С 2019 года развивается региональное сотрудничество. Форумы регионов Узбекистан-Азербайджан прошли в 2023 году в Ташкенте и в 2024 году в Губе. В вузах Узбекистана и Азербайджана, в том числе в рамках программы обмена, обучаются сотни студентов. Профессоры высших учебных заведений Азербайджана преподают в Узбекистане филологию, литературу, психологию и менеджмент. Ташкентский химико-технологический институт и Высшая школа нефти Баку разрабатывают совместные образовательные программы по нефтяной и химической инженерии. Ярко раскрывает свой потенциал сотрудничество в области культуры. Ежегодно в наших странах проходят взаимные фестивали, выставки, дни культуры и литературы. В Азербайджане состоялась премьера балетного спектакля «Лязги. Танец души и любви». В Ташкенте открытый памятник Низами Кянчаби, памятник Гейдару Алиеву. В Баку памятник Алишеру Наваи. Сотрудничество в сфере здравоохранения раскрыло важность взаимной поддержки в период пандемии. Сегодня продолжаются совместные научные форумы. Активно идет обмен опытом и передовыми практиками между ведущими специалистами сферы. В 2023 году Азербайджан посетило порядка 40 тысяч туристов из Узбекистана. Обратный туристический поток составил 15 тысяч человек. Учитывая общность культуры, языка, религии, наличие духовных святынь и современной инфраструктуры, потенциал для развития направлений паломнического, этнографического, гастрономического и медицинского туризма огромный. А подкрепляет его действующий между странами безвизовый режим. Общая история, яркая современность и новые достижения отражают главное. Наши страны имеют огромный потенциал для развития сотрудничества. А значит, нынешние успехи – это только начало. Görüşdə əvvəlcə Özbəkistan prezidenti çıxış etdi. Уважаемый Ильхам Гайдарович, уважаемые участники встречи, я еще раз искренне рад встрече сегодняшней вашей прибытии и исторического вашего визита в Узбекистан. Еще раз Узбекистан, я хош келипсилер. Рад встрече с руководителями. Это в первый раз у нас происходит ведущих азербайджанских и узбекских компаний, представители стратегических отраслей бизнес-элиты наших стран. Выражаю искреннюю признательность вам, уважаемый Ильхам Гайдарович, за то, что в рамках программы визита вы привезли с собой солидную делегацию деловых кругов, потому что, я думаю, они встречаются часто, но под патронажем президентом, это у нас первая наша такая встреча, я очень уверен, что это
будет очень хороший результат, потому что мы, я еще раз хочу, я их многих знаю, наслышан, но они первый раз в Узбекистане вот с такой миссией. Еще раз благодарен, что вы их привезли с собой, потому что и наши предприниматели давно знакомы, но вот такой встречи под патронажем президентов не было у нас. И я думаю, я хочу, если вы поддержите, когда мы с визитами бываем, вы меня пригласили, я с удовольствием принял, обязательно на следующем году. Это, я хочу, чтобы эта встреча была традиционной, если вы не возражаете, чтобы когда мы с бизнес-компаниями встречаемся, у них уже есть опыт, есть желание сотрудничать совместно. И они должны быть уверены, что мы в Узбекистане создадим все условия, чтобы им было, во-первых, взаимовыгодно и комфортно работать в Узбекистане. Так что я сегодня с удовольствием хочу их послушать, потому что в условиях нестабильности на мировых региональных рынках мы с уважаемым Ильхом Гайдаровичем, как вы видите, уделяем приоритетное внимание расширению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном. Хорошо понимаем, какую роль в этом процессе играет поддержка бизнес-инициатив и проектов. За этим столом сидят руководители и представители ведущих компаний, которые уверенно стоят на ногах и в Азербайджане, и в Узбекистане. Мы за последние вот 3-4 года, я вам хочу еще раз сказать, что я выращиваю эту бизнес-элиту, их оберегаю, потому что у нас история, если кто-кто, вот они знают, что у нас было и что у нас стало. Так что для меня каждый из них это выращенный мой, на самом деле, мое детище, потому что я каждого из них знаю на лицо, с каждым из них сидящих бизнес-элиты встречаюсь, создаю все условия. А сегодня вот я их хочу, чтобы они сотрудничали с компаниями Азербайджана, чтобы вот вы видите, сколько мы достигли вчера на бизнес-форуме, уже проекты на 2 миллиарда долларов. А я думаю, это начало большого. Это для наших крупных компаний, это не предел. И я очень хочу, чтобы сегодняшняя наша встреча была исторической, чтобы пройдет немного времени, а вот сегодня мы только что мы с прессой встречались, и я сказал, что мы подписали с уважаемым Ильхом Гайдаровичем договор о союзничестве. Вы знаете, это ни с какой страной, мы вот такое короткое время, у нас такого договора нет. Почему мы с уважаемым Ильхом Гайдаровичем вот за короткое время этого достигли? Потому что есть политическая воля сближать страну, сближать народов. Уже у нас и рейсов не было прямых. Сегодня в неделю 4 туда-сюда, 4 рейса, но мы хотим и другие города, Самарканд, Фергана, Ургенч, открыть новые рейсы, потому что мы этим будем серьезно заниматься. Так что вы являетесь движущей силой экономики, смело внедряете инновации, создаете предприятия, создаете новые места. Вы хорошо помните недавнее прошлое, как я сказал, являетесь главным проводниками экономических реформ и в Азербайджане, и нашей. Мои сегодняшние бизнес-представители в Узбекистане очень много делают. Я, кстати, позавчера, у нас каждый год, Ильхом Гайдарович, 20 августа, день предпринимателей. И президент Узбекистана встречается с бизнес-сообществом по всем вопросам поднятым. И целый месяц у нас происходит так, что и президент по направлениям, и премьер-министр, и министры, и все региональные руководители, хакимы областей тоже с бизнес-элитой встречаются. Так что они уже воодушевлены. Каждая встреча мы с ними ведем переговоры, с ними встречаемся. В это сложное время мы все, что можно им создать, мы создаем условия, чтобы им было комфортно здесь продолжать свой бизнес и наращивать свой капитал. Так что они окрыленные последними решениями. Я думаю, до праздника мы эти указы, которые я им обещал на последней встрече, и мы эту встречу провели в Каракалпаке, потому что у нас очень созданы неординарные условия для ведения бизнеса в Каракалпаке. Все от налогов освобождены, от всех налогов. Земля дается со всеми преференциями и так далее, и так далее. Очень много у нас там условий. Так что наши представители
готовы вас, чтобы, если есть такая возможность, чтобы вы еще на 2-3 дня у нас остались, представители бизнеса, пообщались с своими коллегами, они готовы сообщить свое намерение, свое видение, вы бы, наш бизнес и присутствовал и в Азербайджане, а ваш в Узбекистане. Мы с Ильхом Гейдаровичем договорились, я предложил, чтобы начать строительство и в Баку, и в Ташкенте, ну, такие... Вот как у нас, вы если слышали, мы в Самарканде построили вечный город, вот похоже на это вечный город, я даже сказал, сколько гектаров, нам минимум нужно 5 гектаров, если будет 10, еще лучше, то есть создать все условия, Баку будет земля узбекская, а Ташкенте будет земля азербайджанская. Так что наши бизнесмены, я думаю, сегодня свои предложения тоже скажут. Уже есть желающие, которые хотят этим заниматься, бизнесмены. То есть мы все условия мы создадим, которые вам нужны. Так что я еще раз рад вас всех видеть в Узбекистане. Я еще раз хочу, особенно вы должны понять, что вся моя команда от президента, все премьер-министры, любое время вас будут встречать, будут создавать взаимовыгодные условия в Узбекистане, чтобы вам было комфортно. Только вы должны предлагать проекты. Проекты Ильхом Гейдарович тоже будет поддерживать, я тоже буду поддерживать. Вот мы с вами встречаемся, и я с удовольствием, у вас если будут какие-то сегодня предложения по улучшению бизнес-среды Узбекистана для вас конкретно, я рад вас послушать. Еще раз я рад вас видеть. С удовольствием хочу слово передать Ильхом Гейдаровичу. Мархамат. Sonra Azerbaycan prezidenti çıxış etdi. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые участники встречи. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить президента Узбекистана за инициативу провести такую встречу. Скажу, что в моей практике таких встреч никогда не было. Бывало, когда я участвовал в рамках официальных визитов на бизнес-форумах, либо же, когда иностранные главы государств приезжали, мы проводили бизнес-форумы в Баку. Но, как правило, они ограничивались тем, что главы государств обращались с какой-то короткой речью, потом уходили, а бизнес-форум жил своей жизнью. В принципе, бизнес-форум, который проходил на днях в Ташкенте, он был очень насыщен проектами, но вот такая встреча с относительно узким кругом основных представителей бизнес-кругов двух стран проходит в моей практике впервые, поэтому хотел бы с этого начать и выразить благодарность Шавкату Мирамоновичу. Также хотел бы еще раз отметить важность подписанных документов, в первую очередь договора о союзнических отношениях. Это в Азербайджане это третий подобного рода документ. До этого мы подписывали в 2021 и 2022 годах с двумя нашими близкими странами декларации о союзнических отношениях, либо союзнических взаимодействии. В данном случае речь идет о договоре. То есть выше этого документа в мире не существует. И это результат нашей совместной деятельности за очень короткое время. Мы с Шавкатом Мирамоновичем много раз обсуждали вопросы и всегда радовались тому, чего мы достигаем, и всегда переживали за то, что мы могли бы это сделать, я имею в виду не мы с ним, а Узбекистан и Азербайджан много лет назад, лет 15 назад или 20 назад. Впервые я приехал как президент в Узбекистан ровно 20 лет назад, в 2004 году. И тогда познакомился с Шавкатом Мирамоновичем, который тогда только недавно возглавил правительство Узбекистана. И вместе мы поехали в Самарканд, и, в общем-то, наша дружба началась тогда. Но наши узбекские товарищи знают лучше ситуацию, которая тогда имела место, и не было возможности для того, чтобы продвигать вот и политический диалог, ну и экономические отношения практически не существовали. Их просто не было. А сегодня мы уже говорим о том, что сделано за короткое время, уже сегодня новые инициативы
по 20 направлениям, которые вот нам были переданы, мы, естественно, их будем тщательно изучать. И более того скажу, что не было ни одного решения, которое бы принималось на уровне президентов, которое бы не было выполнено. И не только в бизнес-сфере, не только в сфере торгово-экономических отношений. Еще одну важную тему хочу затронуть. Знаю, что бизнес-структуры очень чутко реагируют, ну и они не должны так делать, на политическую конъюнктуру. Так вот, лучшей политической конъюнктуры, чем существует между Узбекистаном и Азербайджаном, просто не существует. Поэтому это один из главных факторов, который будет привлекать наших бизнесменов работать вместе и инвестировать, в том числе и вместе. И Узбекистан – это страна с огромным потенциалом, которая сейчас только раскрывает как бы плечи, крылья и уже летит, но пока еще время нужно еще немножко, еще несколько лет, чтобы это уже было. Такой полет во всех смыслах этого слова. Страна, которая одна из немногих, где политическая стабильность основана и на политике президента, и на отношении народа к президенту. А это для бизнеса очень важно. Очень важна предсказуемость, очень важно то, чтобы бизнесмены, инвесторы знали, что их инвестиции будут защищены и что работать будет им и в удовольствие, и в радость, и также будет приносить прибыль. Также в Узбекистане хороший инвестиционный климат, иначе бы вот столько инвестиций за короткое время, многие из них иностранные и местные, то есть просто местные инвесторы бы инвестировали в другие страны, а иностранные просто тоже бы не приехали. Поэтому вот эти вот все факторы, которые очень важны, и в принципе я в данном случае это говорю, обращаясь к азербайджанским бизнесменам, но то же самое могу сказать и про Азербайджан. Все эти факторы присутствуют и в Азербайджане, поэтому работать, инвестировать также в Азербайджане для узбекских инвесторов будет также и приятно, и полезно. И если посмотреть на статистику инвестиций, то это все, как говорится, еще подтвердит более те слова, которые мы говорим. Сферы, где мы уже определили инвестиционные программы, промышленность, тяжелая, автомобильная, легкая, сельское хозяйство, хлопководство, шелководство, садоводство, туристический бизнес, гостиничный бизнес. Ну, и это только основные направления, где уже работа идет. Еще один немаловажный момент хотел бы отметить, то, что инвестиции идут с двух сторон. Вот это тоже, скажем, вот в практике Азербайджана не так-то часто можно с этим столкнуться. Как правило, иностранные инвесторы бывают заинтересованы в нефтегазовой сфере в Азербайджане. А что касается иностранных компаний в других сферах, то они в основном хотят в Азербайджане получать контракты на работы. Иначе говоря, выступать в качестве подрядчиков. Но это тоже хорошо, нам нужны хорошие подрядчики, квалифицированные и добросовестные, но это не совсем то. А в нашем случае инвестиции как бы идут параллельным курсом и охватывают сферы, где мы наиболее продвинутые. И поэтому вот уникальность наших отношений в этой сфере, я думаю, что тоже заслуживает пристального внимания общественности, в том числе и бизнес-общественности. И последний момент, я не хотел бы долго занимать время перечислением конкретных проектов, мы об этом много говорили. Последний момент, о чем мы тоже договорились, это информационная поддержка бизнес-проектам, чтобы больше было информации, например, в Азербайджане о том, что происходит в Узбекистане, какие крупные проекты реализуются,
какие есть возможности для бизнеса. Потому что сегодня мы говорим как бы с ведущими бизнес-структурами. Но уверен, что будет очень много представителей малого бизнеса, среднего бизнеса, которые тоже захотят открыть свое предприятие, может быть, не на 1000 человек, как, например, будет в Ханькянди швейная фабрика, а может быть, на 5 человек. Но это тоже будет для них, я уверен, вот сегодняшний визит и то, что мы о чем говорим и что мы подписали, это будет такой сигнал. Поэтому чем больше будет взаимной информации о том, что происходит, какие возможности есть, какие сферы экономики считаются приоритетными для правительства, с тем, чтобы бизнес тоже как бы шел в этом направлении, это будет, во-первых, лучше информировать наши общества друг о друге, а это обязательно нужно. Как союзники мы это обязательно должны этого добиться. А также будет для бизнес-структур тоже хорошим ориентиром. Они будут знать, что да, вот эта сфера, она там можно заработать, например, 20% норма прибыли, здесь 15%, здесь 25%. А с учетом того, что потенциал в наших странах очень большой, и сферы приложения инвестиций тоже совершенно разнообразные, то уверен, что норма прибыли будет такая, которую в других местах получить будет трудно. И самое последнее, также я, естественно, по приезду в Баку дам поручение мэрии города подобрать территорию в хорошем месте от 5 до 10 гектаров. И полностью поддерживаю вот предложение Шавкат Мирамоновича, чтобы создать в Баку такой уголок Узбекистана, а в Ташкенте уголок Азербайджана, который бы олицетворяло вот и культуру, и традицию, и архитектуру. Так что мы над этим тоже будем активно работать. Думаю, в ближайшее время мы такое место подберем. Спасибо вам за внимание. Görüşdə çıxış edən şirkət rəhbərləri və iş adamları iki ölkə arasında neft-qaz, neft-kimya sənayesində inşaat, inşaat materiallarının istehsalı, maşın qayırma, nəqliyyat, gəmi qayırma, sərmayə qoyuluşu və digər sahələrdə birgə layihələrdən danışdılar. Dövlət başçıları çıxışlar barədə rəylərini bildirdilər. İlham Gaydarovich, я думаю, это начало большого совместного труда наших бизнес-сообществ. Я еще раз, как Ильхом Гейдаров сказал, вы должны быть уверены, что мы создадим все комфортные условия. Вот мои выращенные компании сказали, они все, кто сегодня выступал и кто хотел бы выступать, к сожалению, у нас время ограничено, они все хотят с вами будут сотрудничать. Вы только имейте в виду, только на взаимовыгодной основе. Мы создадим еще раз все условия, чтобы представители вашей компании, но через год уже в Узбекистане, нашей компании в Азербайджане уже совместные не один, не два, а большие проекты делали. Когда мы начинали, нам никто не верил. Оказывается, можно сотрудничать. И второе, я всегда, Ильхам Гайдарович, одну вещь говорю, что если мы свое импортзамещение посмотрим, что мы кормим другие страны, кормим просто их. А если мы сами возьмем в руки карандаш, и вы будете сотрудничать, мы за 2-3 года многого добьемся, и результат будет, что вот сегодня наш глобал текстиль, Музафар говорит, 2000 рабочих мест. Это тоже реальные результаты, 2000 рабочих мест. Я ему поручил, чтобы это был самым показательным кластером Узбекистана, потому что, я вам искренне говорю, Ильхам Гайдарович, 3-4 года у нас ни одного, если вот цифры говорит, мы около 15% перерабатывали хлопка. Но если говорить образно, мы в балансе 2016 года 700 миллионов было продажи волокна, готового волокна. Сегодня мы эту трансформацию полностью эту отрасль сделали. Мы только экспортируем, кроме того, что у нас налоги поступают, около 2,5 миллионов мы женщин в этой отрасли привлекли по всей республике. У нас 4-4,5 миллиарда только экспорт в этой отрасли. То есть это реальные результаты нашей работы, которую мы захотели. Вот это самое главное. Мы отдали это в руки предпринимательства. Кластеры – это частники. Они сами сажают, сами перерабатывают, сами продают и сами на рынок. Но я последние вот
два месяца тому назад. Каждый год я им помогаю. Конъюнктура, когда хорошая на текстиль, они сами выкарабкаются. Но это еще только-только они на ноги встают 3-4 года. Пока они встают, и чтобы у них оборотные средства было, мы немножко поддерживаем. Каждый год я с ними встречаюсь и поддерживаю. Так что в этих отраслях тоже мы можем хорошо сотрудничать, Ильхам Гейдарович. Я полностью согласен, Шавкат Мирамонович. Я очень был обрадован, услышав о том, что работа уже началась, и планы достаточно широкомасштабные. 40 тысяч тонн хлопка-сырца – это примерно где-то, ну, если сегодня мы производим 300 тысяч тонн, то это где-то 15% от того, что мы сегодня имеем. А с перспективой увеличения площади с 5 тысяч до 10-11 тысяч, тем более, что там это все орошаемые земли, и вашими технологиями там мы, я думаю, 4-5 тонн с гектара собирать будет как бы вполне реально. То есть мы можем выйти на объем, не знаю, в 50 тысяч тонн. То есть это будет серьезная прибавка. И, как вы правильно отметили, кластер текстильный – это рабочие места, в первую очередь для женщин. То есть это занятость. То есть это очень впечатляющий проект. И вот это результат, и также то, что докладывали другие товарищи. Результат нашей совместной работы. И также я бы порекомендовал, у нас транспортники тоже здесь, в нашей делегации, я имею в виду делегации, которая со мной приехала, есть. Вот по вопросу транспортировки и через Каспий, заказ паромов, я бы предложил, чтобы, может быть, вы повидались с министром транспорта. Как раз эту тему обсудите, потому что сейчас мы расширяем мощности нашего судостроительного завода. В данный момент он строит 6 судов, то есть он полностью загружен для того, чтобы мы приняли заказы. Но надо будет, наверное, этим не ограничимся, потому что железнодорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, будущем, да, скоро будет готово, а значит, придут и дополнительные грузы. Значит, нам надо будет в любом случае и вам, и нам совместно в этом плане работать. И также на одной из прошлых встреч я информировал Шавкат Мирамоновича, что мы сейчас выходим более активно в Черноморскую регион. Мы приобрели 4 танкера «Афромакс». Ну, не считая того, что у нас и раньше были суда в Черном море. Поэтому, если вас в перспективе это заинтересует, мы можем совместно и в Черном море работать по транспортировке, потому что объем заказов там достаточно большой, а сложности Черноморского бассейна, они сейчас, как говорится, известны. Поэтому здесь определенные ниши есть, где мы могли бы совместно работать. И в плане работы в Карабахе, спасибо за вклад в строительство. И также поручаю вот министру экономики смотреть, какие еще проекты мы можем совместно с вашей помощью там реализовать. Ну, это программа «Великое возвращение», она достаточно широкомасштабная. До конца этого года суммарный объем инвестиций, которые мы вот с 2021 года начали вкладывать, будет уже, наверное, не менее 10 миллиардов долларов. А практически строительство жилья мы начали буквально недавно. То есть в основном все это шло в инфраструктуру. А строительство жилья массово вот началось. Мы разместили уже чуть более 8 тысяч всего из сотен тысяч, которые хотят вернуться. То есть строительство жилья это будет сейчас после 26-го года, я думаю, когда полностью вся инфраструктура будет завершена, это будет главное направление. Поэтому все проекты у нас есть: штаб, оргкомитет, но инвестиционные проекты занимается Министерство экономики. Поэтому будьте в контакте. И думаю, что на нашей следующей такой встрече уже, чтобы вы могли нам сказать, какие проекты новые реализованы.
Я думаю, Ильхам Гейдарович, сегодня такое предложение, у нас насыщенная программа, но я бы с удовольствием, мы бы всех вас послушали, но протокол есть протокол. Но у меня какое предложение, Ильхам Гейдарович? Я еще раз предлагаю то, что я сказал. Вы еще на один день останьтесь, пожалуйста, чтобы со своими коллегами переговорили, и потом каждый из вас какой-то совместный проект, и тем более у нас, мы договорились с Ильхом Гейдаровичем, мы будем увеличивать сумму фонда. То есть мы поддержку для начала вашей работы мы окажем. Поговорите еще более реально. Вы же друг друга... Бизнесмены сразу же понимаете же, вам переводчика не надо, вы понимаете друг друга очень быстренько. А мы, два президента, Ильхам Гейдарович, я вас поддержу. И в дорожную карту, если включите, вот новые проекты, вот это вот, потому что я еще раз хочу сказать, вы должны быть уверены, что будет взаимовыгодно и вам, и нам, чтобы вам комфортно работать. И я говорил, вот третья страна – это Афганистан, и наш рынок, 80-миллионный рынок Центральной Азии, вы можете свободно иметь в виду это тоже. Так что я еще раз всех вас видеть в Узбекистане очень рад, и я думаю, это начало большого, хорошего взаимодействия бизнес-сообщества между Азербайджаном и Узбекистаном. Полностью согласен. Еще раз спасибо Шавкат Мирамонович за эту инициативу и этот контакт, и наши напутственные слова для бизнес-кругов, я думаю, будут иметь важное значение. Как мы с вами контролируем то, что делают наши министры, также и их тоже будем контролировать. Так что пусть они готовятся к этому. Да, вы так же будьте готовы. Будьте готовы на контроль. Все на контроль. Да. Спасибо. Sonra yeni Özbekistan-Azerbaycan birgə layihələrinə start verilməsi mərasimi oldu. Сегодня к запуску подготовлены 7 проектов общей стоимостью 520 миллионов долларов. Это первое. Строительство пятизвездочной гостиницы и резиденции премиум-класса под брендом Ritz-Carlton в городе Ташкенте. Стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов. Второе. Строительство завода по производству гипса и гипсокартонной продукции в Камашинском районе Кашкадринской области. Объем производства 350 тонн в день. Стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов. Третье. Строительство жилых комплексов в Ташкенте компанией «Агаларов Девелопмент». Стоимость проекта составляет 133 миллионов долларов. Четвертое. Создание текстильного кластера в Еглахском районе Азербайджанской республики. Стоимость проекта составляет 104 миллиона долларов и предусматривает полный цикл производства от начала выращивания хлопка до выпуска готовой продукции. Данный проект реализуется с участием узбекской компании Global Textile. Пятое. Строительство швейной фабрики в городе Ханкенди Азербайджанской республики. Проект стоимостью 6 миллионов долларов реализуется с участием узбекской компании ООО «Бизнес-Tex». Шестое. Создание текстильного кластера в Имишлинском районе Азербайджанской республики. Стоимость проекта составляет 54 миллионов долларов и предусматривает полный цикл производства от начала выкрашивания хлопка до выпуска готовой продукции. Проект реализуется с участием узбекской компании TST Group. Седьмое. Создание сада дружбы Узбекистан-Азербайджан в Физулинском районе Азербайджанской республики. Стоимость проекта составляет 3 миллиона долларов. Sonra prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanda və Özbəkistanda birgə layihələrin başlanmasını bildirən rəmzi düyməni basdılar.
Prezident İlham Əliyevin Özbekistan'a dövlət səfəri əlamətdar hadisə kimi tarixə düşdü. Bu səfər Azərbaycanla Özbekistanın dövlətlərarası münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu. Dövlət başçılarının müəyyənləşdirdiyi yeni hədəflər təkcə ölkələrimizə və xalqlarımıza deyil, bütünlüklə bölgəyə fayda gətirəcək. Bugün iki qardaş xalq, iki müstəqil, güclü, suveren, nüfuzlu dövlət rəsmi müttəfiq oldu. Bu çox mühüm xarici siyasət addımıdır və gələcək illərdə münasibətlərimizi, həmçinin bir çox hallarda regional siyasəti müəyyən edəcək. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldi. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri zamanı imzalanan müttəfiqlik münasibətlərinə dair müqavilə iki ölkə arasındakı əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin əsasını qoydu. Başqa sözlə desək, dost və qardaş olan Azərbaycanla Özbəkistan indi həm də müttəfiqdir. Bu sənəd dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətimizin möhkəmləndirilməsində yeni səhifənin açılması ilə əlamətdar olacaq. Biz bununla çoxplanlı tərəfdaşlığımızın hər tərəfli inkişafı kursuna möhkəm sadiqliyimizi təsdiq etdik. Müttəfiqlik münasibətlərinə dair müqavilə iki ölkənin imzalaya biləcəyi ali səviyyəli beynəlxalq sənəddir. Bu əlaqələrin dərinləşməsində, müxtəlif təşəbbüslərin, layihələrin həyata keçirilməsində ən səmərəli mexanizmdir. Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan və Özbəkistanın imzaladığı sənədlər, irəli sürdüyü təşəbbüslər real addımlarla nəticələnir. Bunun sayəsində ölkələrimiz son illər əməkdaşlığın istiqamətlərini iki dəfə genişləndirib. Özbəkistanın müttəfiqlik münasibətləri saxladığı ölkələrin sayı çox azdır. Amma indiyədək heç bir ölkə ilə bu cür qısa müddətdə belə müqavilə imzalanmayıb. Biz bugün tarix yazdıq. Bu tarix öz təcəssümünü Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının rifahında tapacaq. Son zamanlar dünyada cərəyan edən proseslər və baş verən münaqişələr yaşadığımız bölgənin geosiyasi əhəmiyyətini artırıb. Bu baxımdan Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunu inkişaf etdirən Bakı ilə Daşkəndin strateji əlaqələrinə, eyni zamanda zəngin təbii ehtiyatlarına daha çox ehtiyac var. Bugün Mərkəz Asiya, Cənubi Qafqaz, Xəzər regionları vahid geosiyasi regiona çevrilir və regionlarımızda müsbət proseslər Özbəkistanla Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlıqdan asılıdır. Azərbaycan-Özbəkistan qardaşlığının ən gözəl təzahürü bugün həm də Qarabağdadır. Qardaş dövlət, azad ərazilərimizə aparılan bərpa və quruculuqla bağlı hər zaman xoş niyyətini ifadə edir. Bugün tarixi Azərbaycan torpaqları sürətlə inkişaf edir. Evlər, yollar tikilir, tunellər çəkilir, infrastruktur layihələri icra olunur. İnsanlar torpaqlarına qayıtmasını illərlə gözləyiblər. Özbəkistan bundan sonra da bu prosesdə Azərbaycanı dəstəkləməyə, Özbəkistan inşaatçıları yeni Qarabağın inşasında iştirak etməyə hazırdır. Yalnız mühüm olan bir layihəni ayrıca qeyd etmək istəyərdim. Bu, işğaldan azad olunmuş Xankəndi şəhərində yeni yüngül sənaye müəssisəsinin yaradılması ilə bağlıdır. Bu, xalqlarımızın qardaşlığının və dostluğunun daha bir rəmsidir. Символ братства и дружбы наших народов. Azərbaycan və Özbəkistan bir-birlərinin uğurlarına sevinən və təqdir edən, beynəlxalq təşkilatlarda dəstək göstərən, Türk dünyasının möhkəmlənməsi üçün çalışan ölkələrdir. Beləliklə, Azərbaycanın düzgün seçilmiş uğurlu beynəlxalq siyasəti ilə dünyadakı dostlarımız və strateji tərəfdaşlarımızla yanaşı, müttəfiqlərimizin də sayı artır. Südabə Cangirli, Astana Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin növbəti buraxılışına baxdınız. Salamat qalın.